BSD Freedom Артему Нараму. Оу, приклеился! Гоним, гоним, гоним скейт-парк. Я же бар. Ой-ой-ой. Поставить эту цепь мне. О, кран. Yeah. И основные мы поклеили. Давай посмотрим, как эти стикера прокачают твою карту. О, что у нас творится? Сейчас выйдем на улицу, я вам покажу, как преобразился BMX. Привет, друзья! Сейчас к нам приедут Артём с Димоном, наши бойсы. Хочу сегодня поклеить, значит, вот этот вот стикер-пак BSD Freedom Артёму на раму. Думаю, будет круто. Мне хочется, чтобы байк выглядел, вот смотрите, чтобы он был похож на байк Крис Кайла. Ну вот, смотрите. Короче, Артёма байк. Вот. Вот. Сам Артём. У него новая стрижка. Зацените, фанатки. Да, я думаю, тут не будет мешать. Ну, я думаю, сейчас мой байк Артёма. Димон, ставь, наверное, вот сюда байк. А я вот сюда вот твой байк поставлю. Сейчас смотрите, у Артёма тут колпачки вот такие вот. Это новые колпачки у Armor Bikes появились. Прикольно. В виде таких костей, типа, как они называются правильно. Смотрите. Вот такой вот кубик, Уэллслика, ну тоже прикольно, прикольно. Кстати, они долго закручивались. Ну зато не открутится. Короче, Артём, закрой, на, закручи сам. У нас, короче, есть тут 8 стикеров. Давайте покажу вам сразу, как они выглядят. Вот такие вот стикера. В принципе, ничего нового. Давайте, наверное, свет выключу. Вот, смотрите. Вы увидите слив фотки. Ой-ой-ой. Это слив, ну, вы увидите. Слив только. Вы увидите в телеграм-канале. Хорош, хорош. DmitriyBMX.com. Ну давайте, ладно, фоткайтесь. Кстати, еще, друзья, подписывайтесь на торговую страничку моего бренда BarBMX. Можете тоже такие же самые футболки вот заказать. Потому что еще скидка будет действовать половину месяца, половина июня. Да. И так что. Nike. Диман, смотри, выгорела. И сзади она вот такая. Выгорела? Да. Ну, это не гарантийный случай. Сначала мы возьмем, протрем раму, чтобы не было нигде пыли. Да, там новая цепка BSD. Это моя новая цепка BSD. Это украшение интерьера, Артём. И надо еще поставить будет мне ее на байк. Первый стикер. Вот такой вот Freedom большой, с двух сторон будет на раме. Думаю, как раз он белого цвета и хорошо будет смотреться под белые покрышки. Приклеился, Артём! Со второй стороны тоже наклеил. Кстати, еще он так неплохо выглядит. Короче, следующий стикер, вот этот вот, он идет вот здесь.
мыслю вообще четко. Второй стикер уже наклеил. И теперь нам надо вот сюда вот, на рулевой стакан еще. Так, а на рулевой стакан вот такой вот белый BSD. Наперед тоже уже наклеили, вот такой вот Freedom. По-моему, вообще классно смотрит. Смотри, еще осталось 5 стикеров. А что вы хотите, типа лезу с дерей? У меня же нету наклейки. А, понял. Ну у тебя уже, Тём, у тебя уже такая она подертая и некрасивая, типа, фу, или еще липкая, фу. Ну тогда все, сдираю Lesus. А Димон сейчас сразу будет, блядь, тебе дать чем-то протереть, или у тебя он чистый более-менее? То, что стикера, они глянцевые и прикольно, кстати, смотрится на черном руле красный стикер, и он глянцевый, руль матовый, а стикер глянцевый. А ну-ка, Артём, пойди зацени, отойди вот так зацени. Не, ну она смотри, и так видно. Вот по-моему, так вообще, да, под стиль этот подходит, под вот этот как раз. Блин, классно получилось. И еще у нас стиля есть 3 стикера, но мы их, наверное, клеить не оставим будем. Или Артемчику. Тем временем, друзья, мы одеваемся, я ем, пацаны тут тоже заняты, короче, дураки, блин. Короче, стикер-пак мы поклеили, сейчас выйдем на улицу, я вам покажу, как преобразился BMX. Ладно, друзья, погнали на улицу. Все, народ, мы уже выехали. Я просто ненавижу такую погоду и такие условия. Друзья, поставьте лайкос, если у вас тоже уже начал лететь пух, если у вас сезон этого тополиного пуха уже наступил. Блин, у меня что нос чешется, что у нас ветер, оно все, глаза летит. Короче, погоним сейчас на скейт-парк и там уже покажем Бэйм Артема, как он преобразился. Гоним, гоним, гоним скейт-парк. Интересно, кто вообще там сегодня катается? Ой, друзья, посмотрите только, сколько этого пуха. Он реально мешает, еще и раздражает. Артём, как ты чувствуешь раму BSD Freedom? Я чувствую. Или нет еще? Я сколько еду, у меня нос постоянно чешется. И давайте уже покажем готовый результат, что у нас получилось при дневном освещении. А ну-ка, Тём, давай байк. Не, Кит, как тебе, смотри, стикера. О, годится. Такие, в принципе, как у меня. Ну, да, понятно, с одного пака. Просто выглядит вроде, да, неплохо? Нормально. Смотрите. Симпатично. И еще один стикер вот на руле, вот такой вот. Чё, какую фигуру мне тут занимать? Чтобы я никому не мешал, чтобы мне никто не мешал, что самое главное. Так, интересно, тут уже разобрали это безобразие или еще стоит? Не, безобразие это еще здесь стоит. Какой кошмар. Все валяется, блин. Вот, все. Ну ладно. Если что, друзья, это ж у нас разгон, типа, кто смотрит давно мои выпуски, знает, что я вот так разгоняю по кругу обычно и все наши пацаны. И потом берем, короче, и это, прыгаем на трансфере. А теперь эту штуку приходится объезжать.
короче, тут в Ванете барчик. На Ванете, или, ну, я не знаю, или, не знаю, что я сделаю. Короче, что-то, друзья, попробую сделать, не знаю. Отза. Я уже прям внизу, понял, был. Спасибо. Я уже прям внизу был и типа выпрыгнул прям так с напрягом. Смотрите, что у нас творится. Пацаны, сколько вас? Очень много. Вас много. Очень много. Много. Что, Димон? Бар на стол? Бар на стол прям как. Оу. Так а припрыгайся. Давай. Во. Е. Хорош. Сразу сделал. Ну, как сразу, со второй сделал. Е. Так. Тём, ну чё? Давай посмотрим, как эти стикера прокачают твою карту. Когда... Какая куча, как они... Какими трюками ты обычно раскатываешься? Давай. В парке? Отвечай. В парке обучают трём. Давай. Артём говорит, он трёшкой раскатывается. Е, бойчик. Да. Давай. Погнал. Оп. Димон, отталкивайся еще больше. Ой, Артем хочет этот нули бар, походу, сделать. Я не знаю, как он сделает. Нули барчик хочешь или что? Ну, прикатнись, ну смотри, Артем. Пацаны, кому-то звонят тут. Айфон, да. Вау. О, это год назад, да, было? Mm-hmm. Прикол. Да, сейчас почти так же сам. Ну, давай еще раз фоткаемся. До и после. Ответственный момент, друзья. А как вообще настрой есть или такое? Такое, ну я могу его через X-Up сделать, но не хочу. Припрыгай-то пару раз. Да, можно. Сейчас только поснимаю чуть-чуть. Это прям слава.